Партнер проекта – стоматологическая клиника «Евродент». Современная клиника со своей зуботехнической лабораторией. Здравствуйте! Наверное, одно из самых частых занятий у любого занятого в экономике человека – это хождение по магазинам, особенно продуктовым. А любой поход по магазинам подразумевает под собой трату денег. Уже на уровне этой логики можно предположить, что именно отсюда можно начать формирование грамотного подхода к деньгам и к их трате. Недавно я наткнулся на статью, в которой даются советы по походу в супермаркет с целью экономии времени, денег и нервов. Я выбрал из них те, которые лично для меня подтвердили свою полезность, и спешу с вами поделиться. Спланируйте меню на неделю. Я не особо балую себя при выборе пищи и в целом придерживаюсь одного и того же рациона, в связи с чем мне нетрудно прикинуть, сколько яиц, риса и курицы мне надо на неделю. Полагаю, что у вас есть пул продуктов, которые вы потребляете регулярно, на них и можно сконцентрироваться. Проверьте скидки. В данном случае разговор идет о сайтах магазинов в интернете. Мы часто игнорируем это явление в нашей жизни, когда разговор касается продуктовых магазинов. Однако мы можем приятно удивиться, когда увидим наш любимый товар со скидкой и узнаем об этом заблаговременно. Не покупайте лишнего, и тут вам в помощь первый совет. Сам периодически ловлю себя на мысли, что вечером, возвращаясь домой, придется выкинуть кусочек другой чего съестного, точнее уже не съестного. По статистике, россияне выкидывают 20-25% продуктов, а это равно выкидыванию денег. Пока вспоминаете, не залежалось ли у вас чего в холодильнике, не забывайте, не деньги делают нас счастливыми, а умение получать от них максимальную полезность. С вами были Игорь Ганин и «Правила денег». До встречи!